Интраоперационная система нейромониторинга – так называется новый метод проведения высокоточных операций. В России он применяется лишь в нескольких городах, в Самаре – впервые. Уже в операционной к пациенту подключают множество датчиков, которые выводят показатели работы центральной нервной системы на монитор. За происходящим в его организме во время операции наблюдают специалисты. Вот эта методика нам позволит максимально щадяще выполнить то или иное вмешательство, без повреждения важных центров. Применение этой методики позволит нам быстро реабилитировать пациента, чтобы буквально в течение последующих нескольких дней после операции он смог подняться на ноги. За год в Самарской областной клинической больнице имени Середавина выполняют почти 2000 нейрохирургических операций. В Самаре первый пациент, которому буквально несколько часов назад сделали операцию с использованием нейромониторинга, это мужчина 35 лет. У него была обнаружена опухоль головного мозга. Если бы ее не удалили, последствия могли быть необратимыми. Успехи операции, как и в скорейшем после нее восстановлении пациента, врачи не сомневаются. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События.